Георгий Мартынюк родился 3 марта 1940 года в Чкалове, ныне Оренбург. В 1962 году окончил Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского, с 1962 года. Актер театра на Малой Бронной, в котором сыграл в общей сложности более 60 ролей. Всенародную славу Мартынюк приобрел главным образом благодаря роли майора милиции Пал Палыча Знаменского в телесериале «Следствие ведут знатоки». Скончался 13 февраля 2014 года после продолжительной болезни. Прощание с актером состоялось 17 февраля в театре на Малой Бронной. Похоронен в тот же день на Троекуровском кладбище в Оренбурге, на здании школы, где прошло его детство. 26 августа 2014 года установлена мемориальная доска. По словам актера Леонида Каневского, коллеги и друга Мартынюка, это был потрясающий человек, добрейший, наивный, такой ранимый, очень талантливый. Причем не просто как артист, он был талантлив во многом. Писал стихи, замечательные эпиграммы с большим чувством юмора.